С 8 июля летать в Грузию из России запретят. Решение принял президент Владимир Путин в ответ на события, которые произошли в стране. Российским туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в Грузию и обеспечить возвращение россиян, которые там находятся, домой. Эту тему обсудим сегодня в нашей студии с Александрой Томашевич, президентом Алтайской региональной ассоциации туризма, и Ольгой Ришко, членом правления Алтайской региональной ассоциации туризма. Здравствуйте. Рада вас видеть. В последние несколько лет Грузия стала очень популярной у туристов, в том числе наших алтайских. На данный момент много ли их находится на территории Грузии? Оль, давай, наверное, начнем с тебя. Я хочу сказать, что проблема грузинская не затронет наших алтайских туристов, потому что основная масса туристов любит отдыхать в Грузии в мае и в июне, потому что июль-август достаточно дорогие билеты у авиакомпании «Сибирь», и поэтому это сложно себе позволить нашему алтайскому рынку. У меня много туристов было в мае, все вернулись, все довольны. Сейчас те туристы, которые отдыхают в Грузии, они до 8 июля вернутся обратно. Но хочу сказать, конечно, это направление пользуется спросом. В 2018 году каждый пятый турист был российский, 21% всех туристов, которые посетили Грузию, были российские туристы. А из Алтайского края много стали ездить в Грузию? Ну, так как у нас есть прямой рейс Новосибирск, Тбилиси, то, конечно, невысокий сезон – это апрель, май и потом октябрь, где-то немножко июль. Туристы наши путешествуют. Путешествуют, конечно, в основном не на море, не в Батуми, а смотрят Тбилиси, смотрят старую столицу Мцхету, смотрят Алазанскую долину, вкушают фрукты, вино, вкушают, гурманят во всех ресторанах. Поэтому, так скажем, в основном туризм направлен не на морской отдых, потому что все-таки у нас Турция недалеко, и там намного лучше море, а на то, чтобы посмотреть культуру, посмотреть все достопримечательности, которых очень много. Ну и, конечно, посетить известные грузинские рестораны. Ну, понятно. О количестве мы сейчас не можем сказать. Еще и потому, что многие ездят самостоятельно, да, Саш? Не через турагентство. Можем очень примерно, на самом деле, говорить, потому что, добавлю к Ольге, у нас 4 рейса в неделю стоит на Грузию, 3 рейса на Тбилиси, 1 рейс на Батуми, прямых из Новосибирска. То есть при примерной загрузке, даже если 50% на рейсе, да, можно примерно посчитать, вот сколько сейчас находится там туристов. Но надо понимать, что Грузия, поскольку у нас безвизовый въезд, с ними безвизовый режим, да, Грузия все-таки это страна для самостоятельных путешествий. То есть мы покупаем билеты самостоятельно, летим туда. И вот то, что Ольга сказала, да, действительно, все-таки для Грузии основной сезон – это май-июнь и дальше сентябрь, потому что начинается сбор винограда. Оля, вот ты сказала, что все равно люди сейчас есть там, в Грузии, они отдыхают, наши люди. Наверняка с кем-то созванивались. Как там сейчас обстоят дела? Дела обстоят нормально, особенно в Мцхете, в Алазанской долине, на Казбеге, в Боржоме. Везде туристы отдыхают. И, в принципе, в Грузии только перекрыт центральный проспект. Остальные все достопримечательности доступны. Но я хочу сказать еще, что вот если в масштабах России смотреть, то вот авиакомпании российские вернут туристам где-то в районе 3 миллиардов. То есть куплено где-то 155 тысяч билетов в общей сложности. И туроператоры тоже вернут деньги за... Это я вот попозже хотела узнать. Ну, то есть я так поняла, что там все спокойно, все отдыхают в обычном, в нормальном режиме. Единственное, что, конечно, вот когда вчера созвонилась с туроператором, он сказал, что гостиницы, рестораны, все средства размещения, конечно, очень печалятся по поводу того, что не будет русских туристов, потому что очень много ресторанов именно открыто под русских туристов. Ну, я очень помню, много русскоязычных гидов. С Турцией похожая, да, когда тоже там все переживали, как, когда это все откроется. Поняла. А рекомендовал президент все-таки помогать возвращаться назад в Россию. Возникают ли сложности с возвращением в Россию и насколько активно вообще возвращаться? То есть такое, что уехали и вдруг раз и назад сейчас? Ну, насколько я знаю, насколько вот на вчерашний, по крайней мере, вечер, да, все-таки в основном не аннулируют туры, а стараются перебронировать на какие-то другие направления. Турция, Кипр, Армения, вот такая альтернатива, которую предпочитают. Нет, ну вот сейчас те, кто там находится, они пока продолжают там продолжают до 8 числа находиться. Да, да, никто их экстренно в Россию не возвращает. Нет, они продолжают отдыхать. Кто-то же уедет, наверное, и попадет как раз в 8 число, то есть 8 они должны резко назад вернуться или как это будет происходить?
Ну вот я знаю наших барнаульских туристов, которые сама туристы, большая компания, они туда улетают напрямую в рейсе, а возвращаются через Астану. То есть сейчас очень многие туристы все-таки не откладывают свой отдых, вот, а возвращаются какими-то другими авиакомпаниями, можно через Ереван, через Астану вернуться, через... Но единственное, что сейчас очень сильно подорожали билеты. Угу. Билеты стали практически в два раза резко дороже. Да, потому что спрос есть. Угу. А на данный момент вы уже, получается, не продаете туры в Грузию? Закончили продажу вообще? На территории России никто не продает ни экскурсионные туры, ни туры на отдых в Грузии. Никто из туроператоров не продает на сегодняшний момент. То есть уже все, уже все прекратили? Да. Только самостоятельные туристы могут это сделать. Угу. Ну, туры все-таки принято приобретать заранее, там, за 2-3 месяца. И несмотря на то, что вы сказали, что май-июнь – это основное время, да, когда наши алтайские туристы отдыхают в Грузии, а вот если кто-то рассчитывал свой июльский или там августовский отпуск провести в Грузии, то кто должен там выплачивать стоимость путевок? Есть такие люди, кто купил все-таки? Ну, во-первых, надо понимать, что сентябрь – это все-таки через 2 месяца, да, угу. И в основном, конечно, наши туристы предпочитают подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, не аннулируют сейчас ни авиабилеты, ни программы, да, ни туры свои забронированные. Вот. Что касается возвратов, то авиакомпании возвращают стоимость билетов в полном объеме, если туристы бронировали там авиакомпании, да, билеты в Грузию. Что касается проживания, здесь возникают вопросы, потому что при бронировании гостиниц через агрегаторы всевозможные, гостиницы, как правило, руководствуются своими условиями возвратов и при, там, при аннуляции каких-то ближних дат выставляют штрафы. Единственное, что могу как бы посоветовать тем туристам, которые сами забронировали через российские агрегаторы, они могут обратиться в банк и приостановить транзакцию денег, потому что они оплачивали по карте, и сослаться на указ президента о том, что услуга не состоится. То есть есть вот такой вариант еще получения денег. А если кто-то уже заплатил? То вот мы про это и говорим. Тот, да? Кто заплатил уже по карте, то есть могут обратиться в банк, сослаться на указ президента о том, что услуга не будет оказана по приказу президента, и транзакцию банк может остановить и вернуть деньги на карту. Я немножко дополню, с вашего разрешения. Надо понимать, что если туристы бронировали туры через туроператора, да, в этом случае возврат идет полностью туроператором. Да? Если мы говорим об авиабилетах, то возврат идет полностью авиакомпаниями. А вот если мы говорим о бронировании наземного обслуживания гостиниц через там всевозможные агрегаторы, то есть в этом случае агрегаторы, к сожалению, руководствуются теми условиями возвратов, которые у них прописаны на сайтах, либо на основании которых они работают с гостиницами. Ну, есть туристы, которым вам вот придется уже вернуть деньги или нет? Или таких... Если турист купил турпакет, да, то все деньги туристу вернут. Но такие люди есть? Да. Есть такие, да, конечно, у нас, да, в Алтайском крае. А что вы, вот уже Саша немножко сказала, что вы предлагаете взамен? Где-то в другом месте отдохнуть? Ну, все хотели Грузию, например. А что, вот как? Ну, я могу сказать, в масштабах России опять, потому что все-таки алтайских туристов очень мало, которые планировали отдыхать летом. В масштабах России в основном туристы перебронируются на Турцию и Тунис. А какой-то вот алгоритм есть отработанный? Вот люди пришли, решили в Грузию и хотели в Грузию, а вы говорите, нет, давайте... Ну, те деньги, которые были использованы на Грузию, туроператоры просто их перекидывают на другие направления, и за эти же деньги турист может уехать в Турцию или в Тунис и так далее. То есть... А насколько серьезные убытки в связи с решением запретить авиасообщение с Грузией понесут туроператоры российские? Вот вы в частности, принесете какие-то убытки? Ну, на сегодняшний можете день... уже посчитать? Ну, посчитать, наверное, еще пока рано, да, потому что... Ну, приблизительно, нас... все равно. Ну, вот на сегодняшний день продано порядка 5000 путевок на вот летний сезон до октября месяца, да. Еще раз, да, повторюсь о том, что сентябрь, октябрь и даже конец августа туристы еще не аннулируют. Ждут, что, может быть, это решение будет там каким-то образом изменено. Аннулируют, либо перебронируют, даже не аннулируют, а перебронируют, да, на какие-то другие направления, на ближайшие даты. Поэтому про убытки говорить, наверное, вот про какие-то там серьезные, наверное, рано. Ну, конечно, у туроператоров возникают определенные нюансы, у тех же авиакомпаний, да, в течение там 10 дней вернуть 3 миллиарда рублей. Вот, и все-таки
и туроператорам тоже, потому что гостиницы не сразу возвращают. Хотя вот гостиницы и туроператоры, которые работают в Грузии на русский рынок, они пошли практически все навстречу, они будут возвращать деньги, то есть они на долгосрочное, так скажем, сотрудничество намечено у них, дальнейшая работа, поэтому проблем с деньгами не будет, но просто это все нужно успеть время вернуть, это механизм, потому что туристу уже сейчас нужно отдыхать. Угу. Вот, поэтому вот в этом может быть. Но вы пока свои убытки какие-то не подсчитываете, думаете, что все как-то разрешится? Ну, во-первых, мы туристические агентства, угу, мы не туроператоры, угу, то есть мы только продаем продукты туроператоров, вот, поэтому туроператоры, в принципе, туристам деньги обещают вернуть, соответственно, и мы тоже деньги туристам вернем. Но я знаю, что вы обе были в Грузии и были в восторге, по-моему, от посещения этой страны, и всем рекомендовали туда поехать. Вот расстроились вы лично, как представители турагентств, что такая произошла ситуация? Конечно. Ну, я хочу сказать, что Грузия – это уникальная страна, что это именно туристическая страна, потому что каждый турист может найти что-то для себя интересное, потому что там есть и Казбеги, и горы, там есть и Боржоми, минеральная вода, там есть и прекрасный берег моря, там с вековой историей, которая начинается с 4 века, тем более грузины относятся к своей истории очень бережно, поэтому все эти храмы, они все сохранились. Там есть старая столица Мцхета, там есть великолепная Лозанская долина, вот куда и любят ездить туристы в мае месяце, алтайские, потому что она вся цветет, виноградники цветут. Ну и плюс я хочу сказать, что вот грузины очень сильно по психотипу похожи на нас, они очень доброжелательные. Вот. И я так понимаю, в связи с этой ситуацией ничего не изменилось, да? Они по-прежнему... По-прежнему также рады нас видеть, по-прежнему также они нас ждут в гости. Поэтому, в общем-то, я думаю, что каких-то... И очень грустят по поводу того, что вот русского рынка какое-то время не будет. Но я думаю, что это не скоро все-таки разрешится. Вот это что... был мой следующий вопрос. Да. Как долго ли будут действовать запретительные меры? Потому что вот пресс-секретарь президента, он сказал недавно, что пока антифуросопские... антирусские вот эти вот настроения даже не угу закончатся, то этот вопрос не будет вообще обсуждаться. Ну, то это может быть даже и не полгода, и может это быть даже может год, быть... А может быть и больше, да? Да. Такая грустная ситуация, скажем так. Но мы ничего поделать не можем. И все-таки лето у нас в разгаре. И куда вы рекомендуете сами поехать, обе как представительницы турбизнеса? Где самый интересный, а где самый бюджетный отдых? Ну, кто начнет, без разницы мне. Да. Ну, в первую очередь, конечно, стоит обратить внимание на те направления, которые у нас есть на прямых рейсах, да, из Барнаула, из Новосибирска. Если мы говорим о морских курортах Кипр, Греция, Турция, безусловно. Это интересные или бюджетные? В общем-то, на самом деле, в любой стране можно найти и интересный отдых, и бюджетный отдых. Да, я бы вот так не делила, что вот здесь бюджетно, а здесь интересно. Потому что даже та же Турция, которую, казалось бы, уже всю проехали вдоль и поперек, там есть теперь для нас новое направление Эгейское побережье, которое совсем другое, да, и очень отличается от Анталийского. Вот, опять-таки, последние несколько лет очень популярно наших туристов брать машину в Турции, уезжать в горы, смотреть немножко совсем другую Турцию, там, где там нет туристов, да, большого количества, нет отельной базы, нет инфраструктуры, а где очень красивые горы, водопады, озера. Вот. Что касается Кипра, та же самая ситуация. Хотите, пожалуйста, это побережье и море, отели работающие, все включено. Хотите, это гористая местность. Пожалуйста, есть другая сторона Кипра, которая турецкая, которая совсем отличается от греческой стороны. Да? Вот. В общем-то, в любой стране, наверное, можно найти для себя тот отдых, который предпочтителен. Ну, хочу добавить по бюджету. В этом году очень бюджетно Таиланд, Паттайя. То есть можно улететь на 13 дней у 35 тысяч на человека, а погода там круглогодична. Летом там тоже отличная погода, поэтому, в принципе, бюджетные туристы могут поехать в этом году очень выгодно в Паттайю. Потому что у нас, мне кажется, все равно лето не очень хорошее нынче в Алтайском крае, и перспектива пока тоже не очень радует. Большое вам спасибо. Я надеюсь, все-таки ситуация с Грузией как можно скорее... Мы тоже надеемся. ...каким-то образом исправится. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Александрой Томашевич, президентом Алтайской региональной ассоциации туризма, и Ольгой Решко, членом правления Алтайской региональной ассоциации туризма, о ситуации, которая сейчас происходит в Грузии и с туристами, которые с 8 июля не смогут ездить в эту страну.